направляй на нас. Уважаемый хозяин участка, вы покорили меня тем, что я здесь первый раз. Вот, я надеюсь на сотрудничество от своего имени и от имени еще нескольких ребят. Если все это перейдет к вам в ботанический сад, это станет достоянием Сибири и всей страны. Потому что мы это... Вместе мы сделаем очень много. А пока самая морозостойкая в мире шелковица с моего сада. Спасибо. Большое спасибо. Дай Бог, она будет расти и плодоносить. Большое спасибо, Валерий. Ну, а мы продолжаем сейчас, пожалуйста.